У Настюшки сегодня день рождения, и она получает сегодня крутые подарочки. Да. Ты у нас сегодня кто? Супер Биби! Покажи свое платьечко. Глиттер Фери! Ура! С днем рождения! С днем рождения! Подарок. Закрывай глаза. Не открывай. По-честному, не подглядывай. Тогда не будет интересно. Открывай! На бутылочке молока! Покажи эту капсулку! Покажи, расскажи, что здесь? Смотрите, тут есть лупа, подсказка, кодики, которые можно смотреть через лупу и вводить на шарики. И нажимать кнопочку, нам откроется третья или нет. Еще бутылочка, куколка, в которой находится 7 сюрпризиков, наверное. И куколка не просто куколка раздетая, а она в такой вот штучке. Ее нужно раздевать по этапам. И сама куколка так. Мы ее раздели, вот и одежда там есть, сварочки водички. Ну что, открываем? Открываем! А, вот замочек. Покажи, зайка, давай пофоткаемся. Лапусь, смотри. Открываем, распаковочка начинается. Лупа! Ой, доставай, сейчас будем смотреть. Так, что там, Вита? Сейчас посмотрю. Она говорит вот что. Что говорит? Что она говорит? Ищи секретные загадки, подсказки. Вау, покажи лупу. Ищи секретные подсказки. Конечно, будем искать. Ставь лайк! Ой, ой, а у меня нет глаз, ничего, я просто обычный шарик. Ой, какие красивые девочки! Да? Так. Нужно посмотреть через лупу. Да. Так, показывай нам, Настя, показывай. Тут лупа и буковка О! Буковка О? Да. И да. Что? И нужно ее записать в тот вкладочек. Запишем? Да. Покажи. Тут она, вот что она тут говорит. Угу. Get, getting close. Getting close. Ты уже поближе подходишь. Я же какая красивая. Да. Приближайся. А сегодня у Настюшеньки день рождения. Я тебя поздравляю, красотка. Спасибо. Открываем следующий слой. Смотри, он теперь с другой стороны замочек открывается. Шарик-то розовый. Розовый? А какой еще бывает? Разные бывают. Лупа. Ой, доставай, сейчас будем смотреть. Так. Что там, Вита? Сейчас посмотрю. Она говорит вот что. Ищи секретные загадки, подсказки. Вау, покажи лупу. Ищи секретные подсказки. Конечно, будем искать. Ставь лайк. Ой, ой, а у меня нет глаз, ничего, я просто обычный шарик. Ой, какие красивые девочки! Да. Так, показывай нам, Настя, тут, тут лупа и буковка О! Золотой! А что, бывает золотой? Да, мы узнаем по куколке. Вот мы это куколке красота! Вот подсказка! Не спеши, открывай слой. Угу. Ой, какая красотка! Так, смотрим. Подсказка!
Читай. Так, посмотрите. Что там? Знак. Это что? Собака. Собака, крюк плюс горы. Три пирамиды какие-то? Да, не очень. Вау, кто же это? Ребята, быстро пишем в комментариях, кто знает. Что там? Что там за Годзилла? Что там? Давай будем читать. Что? Almost. Almost there. Almost there. Почти там. Мы уже почти. А что на подсказке? Что? Что на подсказке написано, ребята? Собачка, какой-то крестик плюс пирамиды. О! Золотой шар! Нет, я не знаю. Или нет, что это? Нет, куколка не та. Но она фараон! Фараон? Фараошка. Ты думаешь? Ну вот же, у нее там такая штучка. Это кодики. 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 Так, читаем. Подожди, вот тут инструкция. Так, ребята, что мы здесь видим? О, какие-то конфеты, огонь, кристалл, это, мне нужно для принцессы корона. Следующая подсказка. Слева. Огонь и снежинка. А справа снежинку. Еще. Стоп, ну, нажимай. Да! Ура! Так, давайте ножнички. Давай мы все достанем. Так, следующий пароль. Для вот этого. Конфетка и яблочко. Не давай. Знаю, для чего это. Конфетка. А где ты конфетку? Или это лимон. Вот. Лимон. Конфет. А ну пробуй. С листиком такой. Давай, да. Ура! Так, следующий. Или это все? А, ты закрыла? Здесь их было два, да? Нет, здесь еще есть третью. Так, следующий, переворачиваем. Есть еще. И еще вот тут. Да, другая сторона. Да, давай. Значит, листочек клевера и котик. Котик? Это же чертик. Чертик? О, извините, я думала так. А, да, клеверный листочек и чертик. Так. Нет. Не подходит. Значит, этот, значит, другой кот пробуем. Вот такое круглое... Такая лапка голубя. Это не лапка. Это вообще типа... Это знак мира. Да, знак мира. Это лапка голубя. Так, а вот тут вот. И сердечко. Знак мира и сердечко. Так. Ура! Класс. Так, дальше вот такой вот. Средний. Тучка и солнышко. Тучка с дождиком и солнышко. Пробуй. Я тучка, 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 я вовсе не медведь. Я тучка, 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 я вовсе не медведь. Солнышко будем описывать тучку. Yeah! Ого, с первого раза открылась. Ого, смотрите, сколько подарков, Настюшенька. Да. Это что? Куколка? Покажи. Это кто? Это куколка. Она в скафандре? Нет, она в такой штучке. А вот, давай вкладыш открывай, да, посмотрим. Вот, 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 это вкладыш. Смотри. Так, мы туда все запишем. А ну-ка, дайте мне лупу. Попадана, вот жопошники. Дося, давайте посмотрим красивый вкладыш. Так, дайте мне ножницы. Как это? Как это? Все показано, смотрите. А нет, не показано. Это что показано? Девочки вниз крестик? Девочки. Так. Девочки. Смотрите, какие красотки. Да, эта девочка 80-х. 80-х? Да. Ух тышка! Давайте я открою вот такой вот пакетик. Открываем первый вот пакетик. Там что-то видно? Там у нас
Ребята, мы не использовали самый первый код. Он какой? Куда-то еще. Самый-самый в начале. А что? Корона и бриллиант. Мы его никуда не так ввели. А он здесь нету его. Так, первый этот. Пакетик. Я знаю. Кто это? Я вам не скажу. Не скажешь, но ты рада? Да, рада. Это очень красиво. О, такое красивое ожерелье. Очень красивое. Настюшка открывает второй пакетик. Красотка. Супер Биби. Кому нравится Настина платье, обязательно ставь пальчик вверх. Что ты открыла? О, какая бутылочка красивая, золотая с фиолетовым. Слушайте, золотая. Третий пакетик. Лапусик, что-то ты не рада. Я очень рада, потому что она очень красивая. Да? Класс. Ботиночки. Это что, не... туфельки? Это туфельки. И они что, с бантиком? О, и пальчик открытый. Ребята, какая красота. Опаньки! Что, говори. Ой, какой красивый костюм, Настюша. Вот это класс. И перо. Вау. Вот это красотище! Вот это красотище! Пакетики? Осталась куколка. Так, ну теперь давайте распаковывать куколку. Так, не смотрим. Сюда давай, чтобы было видно. Глазки. Вау! Ку-ку, кажется, меня кто-то уже нашел. Настюша! Да? С днем рождения! Спасибо! Она не хочет. Так, давай, подержи за ножки. Открывай. Слушай, как прикольно. Мне еще будут губки. Поставьте мне лайк, пожалуйста. Сегодня у нас Настюши день рождения. И, пожалуйста, ой, можно мне, вот тут фоторотик видно. Пожалуйста, поставьте много лайков. Настюшка, мы поздравим кучей-кучей лайков. Да, и вот сапожечки. Я могу, кстати, вот это вот все одевать свои. Перчаточки такие, варежки какие-то, да? Вот это. Сапожки. Будем одеваться на зиму, да? Да. Это я сохраню. Конечно. Красота-то какая, ребята. Кто это? О, красотка. Вы сегодня в одном стиле, в фиолетовом, кстати. Да, и все аксессуары в фиолетовом цвете, Настюш. Что там? Покажи. Юбочку снимаешь? Да. Это костюмчик. О, красота какая! Смотри, какие у нее красивые перчатки. Да. С днем рождения! С днем рождения! Спасибо. Ой, простите, я голая. Быстро одеваем красотку нашу. Солистку. Кто? Солистка. Она певичка? Да, но она же так красивая. Вау, Настя, так ты же тоже любишь петь. Люблю. Да я очень. Ва-в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 а. Лучше засыпь на себя, потом пей. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Ой, что-то я... Я люблю распеваться. Я тебя делаю. И твое красивое перо. И ожерелье, конечно. А! Моя голова! Верните! Тут еще родинка есть. Готово!
помогите! Басмак! Вот, друзья, всем привет! Я хочу сегодня поздравить Настюсу с днем рождения! Настюсенька, подрузонька, с днем рождения тебя! Я тебе желаю, чтобы ты была всегда красивая, умненькая, здоровенькая и самая счастливая. Вот. А родителям, пожалуйста, побойся подарков и побойся нам сайков! Нам нужны подружки! Подружки, слышали? Вот, пожалуйста, а если вам понравились наши платья, Настюсины и мои, пожалуйста, поставьте лайк и напишите нам комментарий. Тимоки! Ой, Настюша, у тебя сегодня день рождения, и тут очень так красиво, ребята. А кто придет на праздник? Мы куда-то пойдем гулять или что да, будем пойдем делать? Пойдем гулять. Пойдем гулять. Ва, ребята, Настюша, мы сегодня пойдем на вечеринку. А что за вечеринка? Мы пойдем в Китай. Ура! Да, я тебя люблю. Так, ну что, кажется, уже гости слышу, пришли. О, кажется, все подарки будут мои. Не забывай ставить лайки, подписываться на канал.